Видат продолжает использовать все свое оружие против Нефест. После Берак он отправляет к Нефест ее отца. Появление отца, кошмары и лекарства, которые дает ей Берак, ухудшают самочувствие Нефест. Именно в таком состоянии она вынуждена пройти свое не первое слушание по делу об опекунстве. Отец Нефест рассказывает всему селу, что она убежала от своего законного мужа к Тахиру. Тем самым он ставит в сложное положение не только свою дочь, но и людей, которые ее поддерживают. Египту тоже достается в этой трудной ситуации. Он своим маленьким детским сердечком попытается справиться с возможностью, что ему придется разлучиться с матерью. Видат уверенными шагами направляется к своей цели, но Видат не может понять одного – есть вера. У Нефест очень сложный путь, однако Тахир и она верят друг в друга и идут по нему вместе. В прошлом Тахир открыл рану в сердце Нефест. На этот раз он компенсирует это за счет того, что залечит ее раны, нанесенными другими людьми, с помощью веры. Разумный поступок безумного Тахира спасает Нефест от одного из препятствий на этом пути. Однако в это же время безумный поступок Тахира, совершенный ради Нефест и Егиза, поставит их в трудное положение. А насладиться очередной, а именно 14 серией турецкого сериала «Ты расскажи, Кара Денис» на русском языке вы сможете уже 25 апреля. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео.